Кандидат в мастера спорта Сергей Мунько. Он 96-го года рождения. Представляет город Черкассы, спортивный клуб 3x4. Тренируется в ДСО «Спартак». Боксом занимается 7 лет. Провел 70 боев, 60 одержал победы. Является чемпионом Украины в городе Геничиц 2012 года среди молодежи. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Мальонова и Воробьева. Спортивная цель Сергея – стать заслуженным мастером спорта. Он является студентом Национального университета Одесской юридической академии. Yeah.
Thank you.